Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Кратос, с вами Мигивэй. И добро пожаловать, это Приочищи в GTA 5 онлайн с мотоциклами. Всем привет. Здравствуйте. Что сегодня происходит? Сегодня у нас вместо машин мотоциклы. И наша цель, как можно лучше спрятать свою группу мотоциклов. После этого нас ждет испытание. Что из всего этого получится? Смотри дальше, ну а мы начинаем. Ну а для того, чтобы все было честно, мы по-прежнему заходим в настройки и в настройках видео отключаем радар. Теперь мы не видим, кто куда поехал, и все максимально честно. Ну что, это группа мотоциклов, это мотоциклы Кратоса, эти мотоциклы — мотоциклы Мигивэя, и эти мотоциклы — это мои мотоциклы. Все мотоциклы так или иначе равны. Кто-то едет быстрее, у кого-то есть пилы, кто-то прыгает, кто-то делает еще что-то. Тот мотоцикл, на котором еду я, он вообще из арены. У него есть бустеры, у него есть все что угодно, это вообще дикий, лютый мотоцикл. Но у меня моментально есть одна идея. Эй. Чё? Не-не-не, только не в голову. Потому как это место спалили, мотик лучше перепрятать в другое место. Абсолютно. Я в этом уверен более чем. Блин! Где еще и машина? Мотоцикл спрятать — это ведь легче простого. Запихнуть его за мусорку, в мусорку и все. К примеру, смотри, видишь, мусорка есть. Дядя, извини, но мне нужна твоя машина. Да-да. Все, забирай свою машину, бомбуча, она мне не нужна больше. Паркую мотоцикл здесь, далее ящик появится прямо в нем. И мотоцикл будет идеально спрятан. Первый мотоцикл, можно сказать, спрятан. Хорошо, спрячем следующий мотоцикл. Один мы спрятали. Посмотрим, кстати, как там ящик восстановился или нет. Немножко я ошибся. Немножко я ошибся. Мне нужно переставить все это дело. Опа. В контейнер можно заныкать мотик. Но в контейнере в первую очередь, мне кажется, будут проверять мотоциклы. Так, чтобы не тарахтел бы, он вообще было бы идеально. Ну что, второй мотоцикл мы спрятали, еще бы он не бубнел. Ой! Он убил меня! Я хочу его заглушить немедленно. Блин, его перфиг снимешь отсюда. Как? Да я не могу сесть на него, это мотоцикл-убийца какой-то. Забрали следующий мотоцикл, это у нас Фагио. И у Фагио небольшая проблема. Как и у моего мотоцикла, который, блин, стал поперек контейнеров, у шлепок. Куда поставим Фагио? С Фагио, в принципе, вообще можно не париться. Идеальное место пусть будет здесь. Все. Третий мотоцикл спрятан, нужно разобраться теперь с первым. Ну что, мотоцикл спрятали, контейнер отреспавнится и закроет мотоцикл. Если он вылезет оттуда, будет обидно. Мы готовы, будем начинать. Все мотоциклы спрятаны. Есть ровно 3 минуты для того, чтобы найти самый лучший мотоцикл. Свои мотоциклы брать запрещено, все по стандарту. 3, 2, 1. Время пошло. Я нет. Да. Я видел только, когда вы ездили на них. Я видел целых 3. Нифига себе. Он самый хитрый. Чему я самый хитрый? Я просто поехал их искать. И что я енот? Ни один мотик я не видел. Я вообще не знаю, куда вы их могли спрятать. Я видел только туши, которые на мотиках куда-то. Туши на мотиках? Я вот хотел спрятать мотик сюда и... Иди нафиг. Неужели сюда никто ничего... Никто не прятал ничего. Понятно, как всегда. А чё, в этом нету, что ли? И здесь мотик просто стоит. Тут везде одни мотики, чё за шесть? Где? Да иди нафиг. Это, я так понимаю, мотоциклы Мигивэя. А где тронбайк? Я хочу тронбайк. А вот фиг тебе, не найдешь ты его. На ней я постарался. Ты его на крышу закинул? Нет. И он не на крыше, я его не найду. Один мотик на крыше, возможно, есть. Кто-нибудь в оружии прятал машину, мотик? Нет. Вам, не заезжай, тут ты погибнешь! Я влетаю в магазин. Я два раза там подыхал. Я там сдыхал, из-за этого спалил такое классное место. Хотя, думаю, там бы все заехали рано или поздно. Ну, я знал, так, что здесь есть что-нибудь? Либо это был тонкий намек, что там что-то есть, либо я слепой. О, я еще мотик нашел, нифига, он запрятан хорошо. Классно, Данил. Это херня, а не мотик. За тобой мне интересно, как вы мой мотик не нашли? Я не знаю, я ищу тронбайк. Где он здесь может быть? Здесь зона небольшая. Куда вы его заныкали? Тронбайк, ау. Мы по одной и той же локации катаемся. Вам не кажется, это... Я нашел тронбайк! Сука, да иди в задницу! Нет. Я хотел на крышу залезть, сука! Тут же логичный подъем такой был. Мигивэй, это ты его спрятал сюда.
Нет, ничего не знаю. Красиво, красиво. Пацаны, минута у вас остается, ищите мотоциклы. Хоть какие-нибудь, хоть что-нибудь найдите. Я не знаю, где хоть что-нибудь. Тут мотоциклов, Антон, уйма, просто уйма. Не, Антон, там реально мотиков до хрена. Ну, один видел и все. Я видел 3 или 4 мотоцикла уже. Просто, Антон, глаза разуй, может быть, тебя буй. Пойдемте, я вам покажу, где был мотоцикл. Смотри, Антон, первый мотоцикл, я не знаю, чей там мотоцикл, смотри в вагоне. В вагоне мой. В вагон я заглядывал, там... я его... О, в углу прям стоит. Я не нормально заглянул. Пацаны, идите сюда. А где здесь мотоцикл? На крыше. Нет. Нет, на крыше, нет мотоцикла. А, нет, за трансформатором его нет. Где мотоцикл, пацаны? Подожди. Он на земле. Скутер? А, слушай, это он, вообще он как-то нечестно, он залезнул. Так он в мусорке застрял, в текстурах был, да лёд, и чё? Так мы так же могли сделать, чё вам это не дает? Красиво же, красиво. И ещё один мотоцикл, пойдемте покажу, где он был, мой мотоцикл. Пацаны, где мотоцикл? Да, грёбаный. Эй, забором не воюйте! Где помогите, мотоцикл? Меня мотоциклом привалило. Внутри это что? Нет, там его нет. Сразу отсею. Подожди, да, вариант. Я пойду сейчас. Я еду. Давай. Ну, где-то он тут. Заезжай. Ники, вы. Хорошо, заехал. На стоке валим. Да ты задолбал. Перевернулся просто такой. Пацаны. Где-то урчит в этой штуке. Антон! Я оружие перепутал. Баклажан! Ну вот, это 2 интересных моих мотоцикла было. Фагио в мусорке, вы его видели. В принципе, как бы да. Что еще какие интересные мотики? Антон, где твои мотики были? Офигеть, это топовое место. И еще один мой мотик, если все за мной. Красава. Мы уже уезжаем. Я только мотоцикл это отдельная вообще тема. Веселье. Антон намотался на трубу. Антон как Марк. Где-то он здесь. Возможно, не в туннеле. Возможно, нам ехать в туннель? Он опять на ферме где-то. Он здесь. За бордюром? Нету. Ладно, не будем тянуть. Вот он. За ящиком стоял. Так нечестно было, а, ай-яй-яй. Бля, кстати, клевое место вообще, эмотик классный. Да. Ты паскуда, он тоже в ящики засунул. Но что, мы переходим к испытаниям, я тоже питал честно, я Антон. 3 испытания нас сегодня ожидает, а может быть 4 бонусные. Смотри, что получится, а мы продолжаем. Хочу сказать, что выпал нам достаточно достойный мотоцикл, который вполне себе неплохо едет, вполне себе неплохо выглядит. И вообще сейчас мы его прокачаем по полной программе. Тормоза, конечно же, гоночный тормозодвигатель. Самый лучший улучшенный двигатель. Передние крылья. Это прикольно выглядит. Убрать крыло, это выглядит как минимум необычно. Странно как-то выглядит, непонятно где красный, где черный, но пусть остается такой. Трансмиссия, гоночная трансмиссия на байк, турбонаддув, турботюнинг устанавливаем. Ну и все, в принципе, мы прокачали транспорт, мы выезжаем и мы готовы к испытаниям, поехали. Этот байк однозначно не похож на байк Трона, и это хорошо, он отличается, он выделяется, он не такой, как всегда, это круто. Ну что, первое испытание — это гонка. Ловите обратный отчет. 3, 2, 1, поехали! Погнали! Капец, понятно. Пацаны, здорово, как у вас? Здорово. Нормально. Микки Вэй, пока! Он еще и выжил. Фига, он втопил. Так, тюнинг байка. Я там так упоролся. Антон, ты там жив? Да, ты как? Я разложился. Ямант, да, конечно, по каналюге Микки Вэй красиво разложился, ничего не сказать. А потом мы типа выезжаем и едем по этому. Ямант, я по потолку тут проехал. О, мое почтение, до свидули. Я раскладываюсь, как не знаю кто. Как тут раскладываешься? Антон тупо едет прямо, и все у него хорошо. А у меня на 2 колеса встает и все, я заваливаю. Нормально. Иди в жопу, блин, быстрое чучело. Отстань, ты чучело, я не чучело. Я енотик. Ты че, упал, Антон? Тут поворот, что ли? Ну да, тут поворот был. Ну вот, случился поворот. Ладно, едем дальше. Вот это поворот. Ты, Микки Вэй, че там, догоняешь Антона или тебе еще далеко до этого? Ну он меня никогда не... Хотя у него тачка, по идее, быстрее должна быть. Тачка, у него мотик. Ну, мотик, ладно. Она совершенно. Я головой чуть люстру не сбил, плафон в канализации. Не, у тебя... Ну, до него мотик 3D быстрый, потому что...
О, я на улице, пацаны. Антон, я тебе дам потом крыс. Прокатиться на нем. Антон видит крыс. Заваливает. Миги в этот трехколесники. У нас будет не одна гонка, у нас будет несколько гонок, и по итогу которых мы посмотрим, у кого байк был более интересным. Ты такой далёкий, блядь. Ты выехал на улицу, Антон? Да, я вижу, где Мигивэй. Мигивэй до сих пор еще в туннеле пока. Жесть. Я в каждой косяки торможусь. Бедолага. Ну я второй, типа, в любом случае. Это такая хрень лютая. Я чуть не утонул только что. Ты не упал. Я вижу по карте. Я надеюсь, что ты упадешь, чтобы ты не упал. Ушлепок финишировал. О, нифига я тут разогнался. У, нафиг. Ты ничего не видел. Тебе показалось. Данил. У меня гидроудар. На байке. Катива. У меня гидроудар, мужик. Пешком добеги. У меня гидроудар. Вы бы видели, как его здесь косоебит. Он сальто там для себя мутит. Ты чё бычишь, конь? Я все равно доеду, понятно? Вам назло обоим. Боишься, да? Боишься. Я себя на трех колесах. Я могу тебе подарить победу, забирай. Мне не жалко. Я не хочу. Финишируй. На нахрен. Ну вы, блин, вообще что ли? Ну дайте я хоть доехал бы. Ты такой напнул, так вообще это было. Шлеп и все. А где вообще Мигивэй? Следующее испытание — это дерби. Играем мы до трех побед, играем мы на крыше. И дерби необычное, у нас ногами больше файтинг. Деремся мы ногами, до трех побед играем. 3-2-1, поехали. Антон, кто выживает, тот забирает себе бал. Не, а чё, тут как бы все одинаково. У него та мотик быстрее, но как бы... А у Антона тяжелый моток. Отстань. Нет, 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 нет. У него перед... глазом перед ухом пролетела моя нога у Мигивэя только что. Да блин, иди в жопу, Мигивэя, я попасть не могу. Тут у меня не поворачивай. Я задолбался за ним ехать. Да он ко мне подъехал и машет на меня. Тихо. Сука, да уйди. Да пошли в жопу. Пошел от меня. Пошел отсюда. И что за прикол? Я проиграл. Следующий раунд у Мигивэя есть бал. 3-2-1, поехали. Изи, изи. Я тоже сам упал. Да начнется битва. Я его тоже пнул. У него мотик огромный какой-то. Ему плевать. Следующий раунд. Сделал вывод, что главное не получать трендюлей первым. Тогда все будет хорошо. У меня не рука. Чего? У меня оружие, Данил. У меня мотик, блядь, прит. О, я ненавижу свой мотоцикл. Я его хотел так же к Антону скинуть. Бля, я тоже упал. Минус Антон. Ты в Мигивэй победил. Понятно, кто батя, да? Следующее дерби у нас на крыше. Давайте по кругу ехаем. По кругу едем друг за другом, чтобы все было максимально честно. Давай по кругу. Не в ту сторону едешь, Антон, развернись. Я неординарная лица. Капец. Мы играем так же, трех побед, но с дерби на этой вот маленькой крыше. 3-2-1, поехали, начинаем драться. Погнали. А где Мигивэй? Сзади тебя, он тебя хочет ногу шатать, мне кажется. Ага, что, не можешь тогда? Ай. Нет, ты чуть не упай. Херась его. Садись. О, нахрен. У меня мотик чуть вертолет не сбил. Ты что вертак делает? Репортеры офигевшись, говорят, что тут происходит. Не, ну на мыть банки у меня нету вообще шансов. Блядь, не фак показывай. Нога не работает, когда стоишь. Да ты... Ушлёпок, ушлёпок. Чё, кто-то затащил уже? Сука, я тебя сейчас пну, блядь. Да ты сбегай. Это нечестно. Сейчас, погоди. Ты мне оружием по лицу дал? Да. Поехали дальше. На, я хотел воткнуться в тебя, дурак. Надо было бить ногой. У Антона есть один балл. 3-2-1, продолжаем. Погнали. Мне кажется, сейчас будет ничья. Я вот так вот буду ездить и все. Я буду вот так вот ездить и просто бить сил. А чё Мигивэй стоит? Да мы уже начали. А чё Мигивэй делает? Ну не мог. Да ненавижу вас просто. Понятно.
1-1, у Антона 1, у Мигивы 1, у меня 0. 3-2-1, поехали. Играем до 3 побед, напоминаю. Блин, так. Надо мне бы этот убрать. Кто? Взять бы оружие, точнее руку бы свою. Как трогайте ты? Меня. Да не трогайте меня, я руку беру, блядь! Так, Даня. Ема я с модиком своим полетел, у тебя спасибо. Была рука. У меня не было руки. Есть! А, пошел. Не, отстань. Ты охренел, ты меня моим демотиком убил. Ты есть у меня одна победа, ура. Ну что, следующий раунд у всех по одной победе. Начинаем мы через 3-2-1, поехали. Погнали. Мигивей заходит. У всех по одной победе, охренеть. Что вы тут устроили? Бутерброд, сука. Блин, это лаги, блин, долбаные. Ну что, следующий раунд у Мигивая 2 победы, у Антона одна, у меня одна. 3-2-1, поехали. Погнали. Антон, что, самый умный? На, в моську твою енотью. Самый умный. Он стоит и смотрит. Иди сюда. Надо Антону навалять. Она есть! Оля, посмотри, посмотри, как мотик засейвился. Кто-нибудь сейчас сольется, посмотрите, как он засейвился. Сука! Антон сольется, базар. Ай, есть! Просто! Блин, ушлёпка! 2-2-1. О, папки. Следующий раунд, у меня 2 балла, у Мигивей 2 балла, у Антона 1 балл. 3-2-1, поехали! Какой решающий, блядь, ты чё? Ну, сейчас, если Даня побеждает, то его победа, если я... Да, есть! Чё? Вставай, аниме, вставай, беги! Хорош. Чем полахни его разок? Мне один удар, и я погиб. Нет, отстаньте от меня. Да, бля, промахнул! У меня оружие, бля! Даня, погиб, Антон, ты ещё можешь заехать! Всё, погнали. Погнали. Антон больше не может заехать. У меня ботик в букве МС банка застрял. Но! Посмотри, как я поехал на нём. Нет, ты не поехал, Антон. Нормально, Антон, там ботик застрял. Я выиграл в дерби на крыше. Идем на следующее испытание. Это спуск с горы на мотоциклах. Следующее испытание скорее здесь. Кто выживет, тот и победит. Даже не тот, кто доедет, а тот, кто выживет. Потому что мы падаем вниз, и это будет неконтролируемо. Это будет финал такой красивый. Ловите обратно отчет. 3, 2, 1. Поехали! Кто не выживет, тот лошара. Обычно мяукни, мяу. Сказал, блядь, разложился. Сука! Я вышел, я живу еще. Я все. Мигивей. Сам на свою же ловушку напал. Не, нормально, я пока и живу. Это что, Антон пролетел? Я, короче, все. А вы не шарите, что нужно просто дебах? Это ничья? Нет, соси жопу, я, блядь, ищу. Так у меня 2 победы. О, блин, тормози! А я сейчас еще догоню Антона и приеду первей. Я еще внизу. Можно бежать? Я внизу, я ни разу не упал. Нифига тебе свезло. Чисто лакер. Это называется, вообще. На заднем колесе летит, и все будет у вас хорошо. Именно так я и летел, Антон. Да ну, блин, я упал. Зубами елку поймал. Трындец, это хрень. Это лютая хрень. А, Антон уже доехал, он уже на той стороне. Да. Еще и мотик уехал. Хотите финишировать? Я вижу, заспавните себе трехколесник и спустите челяда. Мой мотик в дренаже. Антон выиграл. В общем, вот такая вот сегодня серия прячь ищи, ребят. Да я еще не доехал. Да мы знаем, что ты выиграл, ты молодец, ты выиграл. Сейчас, подожди, сейчас, вот. Возьми финиш, не мучай нас. Прячащи его вот такая вот на мотоциклах. Хочешь колесо. Больше Жально, таких все, серий, да, хочешь больше необычных серий с тебя. Лайк, комментарий и подписка. Quantum, Kratos, Мигивей были с вами. Всем пока и до скорой встречи. Всем пока. Покедова, народ.